Неизвестный БПЛА упал на территории Реткинского опытного завода в Тверской области, пишет Унян, ссылаясь на российский телеграм-канал «База». Факт атаки беспилотника подтвердил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Как сообщает РБК «Украина» со ссылкой на собственные источники в разведке, во время атаки БПЛА есть попадание и есть поражение. Предприятие занимается производством уникальной продукции для авиации и космической промышленности. Также в ночь на 13 сентября оккупированный Севастополь атаковали ракеты и дроны. Минобороны Российской Федерации заявило, что в результате атаки 10 ракетами и беспилотными катерами были повреждены 2 корабля. В ГУР подтвердили повреждения в Севастополе крупного десантного корабля и подводной лодки Российской Федерации. Также есть повреждения судоремонтного завода имени Сергея Орджоникидзе.